Над уютным и счастливым ее Оксаны Самойловой и Джигана нависли грозовые тучи. Блогер намекнула на разлад в семействе, за жизнью которого наблюдают миллионы россиян. Никто не ожидал, что супруги повздорят после грандиозной свадьбы, где отплясывала вся светская Москва. Поклонники заподозрили неладное, когда Оксана и Джиган вернулись в Россию из отпуска и почти сразу перестали делать совместные публикации. Кроме того, многодетный отец даже не присутствовал на дне рождения сына Давида. По слухам, рэпер вновь оказался в реабилитационном центре из-за своих пагубных пристрастий и проблем с ментальным здоровьем. Самойлова же продолжала заниматься детьми и развитием блога, но уже без обожаемого супруга. Оксана все же не выдержала и прервала молчание, устав от многочисленных вопросов о том, где находится скандальный отец семейства. Брюнетка призналась, что их семейное счастье висит на волоске, но не стала раскрывать все карты. «Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так он в Москве. С детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось. Это не только моя история», – заинтриговала она подписчиков. К слову, супруги не впервые находятся в шаге от развода. 3 года назад Джиган пустился во все тяжкие, когда на свет появился долгожданный сын. Тогда Самойлова произнесла знаменитую фразу, ушедшую в народ: «Я не хочу просыпаться в этот мир».